Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Mitsubishi ASX 2013 года выпуска, передний привод, 1.8, автомат. На этом автомобиле мы сегодня заменим передние втулки стабилизатора. Поднимаем автомобиль и смотрим, как крепятся наши втулки. Откручиваем их. Поднял автомобиль. Втулки здесь менять очень удобно. Они лежат на подрамнике с одной и со второй стороны. Трудностей вообще никаких нету их открутить. Легко. Откручиваем два вот этих болта. Болты на 12. Беру трещотку и высокую головку. Единственная грязная резьба. Один болт легко идет, а второй болт туговато. Но сейчас болт выкрутим и резьбу почистим. Да, вот резьба. Также и со второй стороны. Все, открутили все четыре болта. Теперь поднимаем стабилизатор, снимаем скобы и снимаем втулки. Вот с одной стороны. Также снимаем со второй стороны. Поднимаем скобу и снимаем резинку. Новые втулки мы будем использовать оригинальные, номер 4056А079. Левая и правая, они одинаковые. Распечатываем. Втулки внутри немножко смазал силиконовой смазкой. Разводим ее и одеваем на стабилизатор, как и было, разрезом назад. И также со второй стороны.
Берем скобу стабилизатора, одеваем ее на втулку. Болты я помазал. И наживляем болты. Также со второй стороны. Берем головку и подтягиваем. Подтягиваем, но в пределах разумного, не очень сильно, чтобы не сорвать. Болты восьмерочка. Подтягиваем также вторую сторону. И на этом все. Замену втулок переднего стабилизатора мы закончили. Всего вам доброго.